Аэропорт Дубая закрыт на неопределенное время. Об этом заявили в Европейской организации по безопасности воздушной навигации. Аэрогавань перестал работать после инцидента с самолетом Emirates Airlines. Лайнер, который следовал из Индии, при посадке загорелся и завалился на бок. По данным телеканала Аль-Арабия, экипаж и всех пассажиров, а это 300 человек, удалось эвакуировать всего за 45 секунд. Еще спустя несколько мгновений прогремел взрыв. На место прибыли пожарные машины и спасательные бригады. Пострадавших, по последним данным, нет. Пока нет никакой информации относительно наших граждан. Есть общая информация, что пассажиры были эвакуированы. Нам удалось связаться с одним из очевидцев ЧП, нашим соотечественником Михаилом Тоболевым. За жесткой посадкой самолета он наблюдал из здания аэропорта Дубая. Я сразу к окнам смотрю, и самолет, сначала вот мы не поняли, что за ерунда происходит. Самолет начинает садиться, и уже когда он только садится, в полете еще даже не сел, он уже начинает дымить. Сначала каким-то белым дымом, непонятно, то ли паром или что. Но когда он уже приземлился, сразу же прогремел небольшой, такой слабенький щелчок или взрыв. И вот за ним последовал второй уже взрыв сильный. И пошел черный дым. Люди сразу же, некоторые побежали с окон, а другие до сих пор стояли и снимали, просто смотрели.